А я вам спою песню, которую написал в свое время на диване. Вот у меня главный лирический герой моих песен — это диван, пожалуй. В интерьере с розовыми обоями. Так. День такой же, как и все дни в году. Я проснусь и никуда не пойду, лишь залезу в душ, сварю кастрюлю манной. Вот и все мои планы. Оторвусь от горизонта ли я, отыщу ногою сандалии, брошу в дальний угол, хорошо летели, и останусь в постели. Розовые обои взяли в плен. Я лежу на диване, я практикую дзен. Розовые обои, диван, кровать. Я лежу и лежу, и я не вижу причин вставать. День такой же, как и все дни в году. Почитаю и засну. Все вперед, я тебя во сне увижу обнаженной и проснусь напряженной. Розовые обои взяли в плен. Я лежу на диване, я практикую дзен. Розовые обои, диван, кровать. Я лежу и лежу, и я не вижу причин вставать. Но идиллию разрушит твой телефонный звонок. Ты приглашаешь меня в кино или просто пойдем погулять. Это значит, надо срочно встать, побриться и вымыть станок. Я, конечно же, хочу тебя видеть, но, пожалуй, останусь спать. Розовые обои взяли в плен. Я лежу на диване, я практикую дзен. Розовые обои, диван, кровать. Я лежу и лежу, и я не вижу причин вставать. Я лежу и лежу, и я не вижу причин вставать. Я лежу, я не вижу причин вставать. Даже с тобой аплодисменты, с Алексом. Ну, это вторая тоже песня про прокрастинацию. Про прокрастинацию нет разве? Вот и как-то. Это, ну, та про прокрастинацию, это про лень просто.